очень хорошая, на самом деле, инициатива. И это народный памятник. То есть официоза тут нет, но памятник людям Иловайска. Это у нас было в Абхазии, Гаграх, Сухуми, потом под Цхинвали. Они все по одному сценарию, все по одному сценарию. Все для того, чтобы уничтожить лучших представителей нации. И с помощью худших представителей нации или по их бездействию. Поэтому вечная память. Хороший состав, и Циви есть в конце. Этим открывается, это первый камень, открывается народный мемориал, поэтому все, кто хочет, может. Мы будем участвовать. Людей, да, от людей может поставить любой. Можно одну фотографию? Здравствуйте. Да. Я этот руководитель Украинской войсковой организации. Можете подвести фотографию? Руководитель Украинской войсковой организации. И уже 4 года занимаюсь этой могилой, Куртян. Вы очень благородное дело делаете, потому что в конце концов мы-то все считаем, что все будут помнить, но память быстро отшибают. Да, да, да. И на это работает целая индустрия. Да. Если мне будет эти памятники, через несколько лет будут говорить, а что? Ничего не было, да. Вот так же было с неизвестным майдановцем, которого тоже забрал из морга. 50 дней лежал в морге, никто не мог его определить, кто он сгорел в Доме профсоюзов. Мы его похоронили. Но еще в 2014 году не было шума. А уже когда хоронили этого Григория Пославского, то дошло аж до Порошенко, доходило, никто не давал разрешения. Но мы взяли Святослава Святейшего греко-католической церкви. Он пришел, говорит, я буду править. Я, говорит, не знаю, откуда ты появился, но говорит, я чувствую, что надо его здесь похоронить. И отсюда он американец, вы же знаете Григория Пославского. Да, вот. И после этого вот, начали разрывать могилы Крут. Не дают 2 года довести до ума, мы нашли там 8 ребят похороненных. И уже приняли решение ставить народный мемориал. Первый камень, второй, третий. Донбассовцы сказали, вот был Семен Айдаровцы сказали, что поставят торнадо. Все поставят своим добровольцам, поставят памятные знаки. Вот у нас на этой аллее как раз будем отчитывать. Правильно. Спасибо огромное за то, спасибо что большое. Спасибо, что привели сюда. Спасибо. До свидания.